Так, я вас приветствую. Не прошло и года, как Mass Effect 2 пройден, и я приступаю к следующей части, то есть завершающей части этой трилогии. Mass Effect 3, которую я не играл, поэтому для меня все будет абсолютно в новинку. В отличие от второй части, потому что я упоминал, что я проходил его уже, ну, примерно на релизе. Погнали. Mass Effect 3. У нас в конце той, собственно, финальной миссии второй части погиб каким-то образом Джейкоб. Не понял как. Надеюсь, он не играл важную какую-то роль в третьей части. Это загрузка, видимо. Это экран загрузки, это не катсцена. Вот оно. Mass Effect 3. Я вообще не играл в него, поэтому, да, интересно. Что же изменилось, насколько он выглядит красивее, чем вторая часть? Дополнительно, что у нас есть? Настройки графика. Приоритет качества. Приоритет частоте кадров. Ладно, я пока тут не буду ничего делать. Это звук. Что у меня со звуком? Так, а звук, наверное, надо сделать потише. Так все орёт. Окей, сохранилось. И что-то еще, субтитры какие-то. Нормально это, да. Субтитры выкл. Почему выкл? Вкл. Субтитры вкл. Режим диалога. Полное вовлечение. Поехали. Перенос, конечно, перенос персонажа из ME2. Джон Шепард. Землянин, последний герой, солдат. Да-да-да, это он самый. Так точно. В смысле, какую игру? А в чем разница? Стоп, погоди, первая 36-32 минуты, вторая 36-34. Ну, это, в принципе, одно и то же, один и тот же сейф. Спасена королева Рахни, это еще в первой части, по-моему, да? Спасен Кайден Аленко на Вермайре, тоже из первой части. Было принято решение пожертвовать советом. Честно говоря, я до сих пор не уверен, правильно ли это было решение. Но оно сильно повлияло на вторую часть. Мне это припоминали просто при каждом удобном случае. Была сохранена работа Мелана. Это что, я не помню. Рекс выжил на Вермайре, да. Было принято решение перепрограммировать еретиков гетов. Это уже во второй части. База коллекционеров была уничтожена. Но опять-таки не уверен, правильно это или нет.
Членов отряда пережило самоубийственное задание 11 из 12. Не было отношений ни с кем до МЕ-2. А в МЕ-2 были отношения кое с кем. А в первой части с кем там, блин? Там, блин, вот эта стерва, либо синяя Азария, либо Тали, в которой в маске, я даже не знаю, как она выглядит. Все. Кто еще там был? Больше никого, по-моему. Был роман с Джек в МЕ-2. Да-да-да. Было дело. Так. Все, вот это, короче, убираем. Поехали. Это кто? Типовая внешность. Так я и есть типовая внешность. Я не менял ему лицо. Ну как бы опять-таки Джон Шепард, он такой, он солдат. Он никакой, блин, не адепт, там, биотик, он не инженер, он такой вояка, чисто командир. В принципе, можно было бы, конечно, поставить штурмовик также. Штурмовик это скорее эти. Как их, блин? Ну вот Рекс и Грюнт. Вот эти вот. Типа, забыл, как их раса называется. Это вот чисто штурмовики. В броне такой гигант, блин, с дробовиком. Как мне кажется. Вот, а я чисто этот. Я солдат. Запас здоровья капитана постепенно восстанавливается. А, это подсказки, что ли? На полностью опустошен что-то там. Так, все, начинаем. Производство биовария. В ролях. How bad is it? Bad. We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleet's immobilizing. God help us all. В 1957 году человечество узнало, что оно не одиноко во Вселенной. 30 лет спустя оно заняло свое место среди десятков других народов галактики. Мир и идиллию омрачала лишь темная память о жнецах, разумных машинах, истребляющих все живое в галактике раз в 50 тысяч лет. Скоро жнецы должны вернуться. Глава народов бездействует в нерешительности, будучи неспособным принять сам факт существования жнецов. Лишь один солдат, как древний миф. Что-то там я не успел, блин, ну и всегда не успеваю эти читать тексты. Почему они такие быстрые? Нормандия третьей версии. Я думаю, чё за движение? Прикол. Commander, you're not supposed to call me that anymore, James. Not supposed to salute you either. We gotta go. The Defense Committee wants to see you. Sounds important.
What's going on? Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing word's made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reavers? We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. Надо было готовить случай, это ему укор, что он как-то звучит как укор. Хотя обычно верхние реплики, они добрые, а нижние, они злые. Типа верхняя правая добрая, обычно нижняя правая злая. Ну, типа говническая. It's the Reapers. And we're not ready for them. Not by a long shot. Tell that to the Defense Committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death. The committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. You faced down a Reaper. Hell, you spoke to one, then blew the damn thing up. You've seen how they harvest us, what they plan to do to us. You know more about this enemy than anyone. That why they grounded me? Took away my ship? You know that's not true. When you blew up the Batarian relay, hundreds of thousands of Batarians died. Was that or let the Reapers walk through our back door? I know that, Shepard. And so does the committee. If it wasn't for that, you'd have been court-martialed and left to rot in the brig. That, in your good word? Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. They're expecting you to, Admiral. Good luck in there, Shepard. Это действия идут после второй части или до? Типа, он же во второй части тоже, блин, сталкивался. Он, где этот... Шепард. Кейт. How'd it go in there, Major? Okay, I think. Hard to know. I'm just waiting for orders now. Такое ощущение, что это до второй части. Он же с Кайденом уже встречался во второй части, они там поссорились. Sorry, sir. Didn't mean to keep you out of the loop. Потому что он на Цербер работал, а Кайден, мол, Цербер — это плохие люди и все такое. И вообще, как бы, ему все еще не верят после того, как он опять вместе с Цербером там это видел опять, собственно, с коллекционерами, конечно, это были нежнецы, но все-таки куча свидетелей тому, что коллекционеры работали на жнецов. И до сих пор никто ему не верит, как-то это странно. То есть такое ощущение, что это действие идут до второй части. I'm sure you had your reasons. Yeah, I suppose I did. Still, it's good to see you. Admiral. Come on. Что за странное выражение лица у него? You know the commander. I used to. Как-то он нам не рад, видимо. Много вопросов пока что. Admiral Anderson, Shepard. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are. More powerful, more intelligent. They don't fear us.
and they'll never take pity on us. But there must be some way. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it? That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? It couldn't be that close already. How'd they get past our defenses? Sir, UK headquarters has a visual. Haven't we heard from Admiral Hackett? What do we do? The only thing we can. We fight, or we die. We should get to the Normandy. Shepard! Come on, get up. Here, take this. We've got to get moving. This is Admiral Anderson. Report in, anyone. Major Alenko, is that you? What's your status? I can't raise the Normandy. You'll have to contact me. We'll meet you at the landing zone. Anderson up. Что за жесть творится? Это война миров. Take a running jump. It's farther than it looks. Let's go. Come on, let's go. Лут. Блин, я до сих пор не могу понять, когда это происходит. Я вернулся из сервера или это до сервера? Интерфейс, конечно, поменялся. Зачем они его поменяли? Был хороший интерфейс в второй части или нет? Looks clear, let's go. Come on, let's keep moving. Вот это вот меня бесит. Одна и та же кнопка на укрытие и на перелезание через укрытие. Он меня подставил. We're about 5 minutes out. Say again. Major. Damn it. Husks. Take him out. Shoot him. I'm out of ammo. Come on, we gotta move. О, погоди, тут лезет. Где у меня кончились боеприпасы? Don't let him grab you.
Он зря я стрелял, нет? Где мне теперь боеприпасы найти там? Может быть тут присесть? Сюда нельзя залезть? А тут, наверное, они вылезут, да, потом? Пока я буду взламывать. Накончились. Through this way. Ну чё ты назад-то улез? This is a goddamn mess. Every minute these machines are here, thousands of innocent people die. I won't be responsible. It's hard enough fighting a war, but it's worse knowing no matter how hard you try, you can't save them all. Exactly. It's so fast. I thought we'd have more time. We knew they were coming. And they still just cut through our defenses. We need to go to the Citadel. Talk to the Council. The Citadel? The fight's here. It'll be everywhere soon enough. You said it yourself. The Reapers will destroy everything if we don't stop them. The Council has to help us. You sure about that? No, but you were a Council Spectre. That has to count for something. А ты был, блин, в этом самом совете вообще-то. Это явно до второй части происходит, потому что он был сам в совете. Андерсон. Grab some ammo. Reload, let's keep moving. Это явно прошлое, нет? Я буду это миллион раз спрашивать, пока не пойму. Going to reroute. Do you copy? Normandy, come in. Friendlies. You two all right? Get down, they'll see you. It's a chore. Keep your head down. Nice shot. Finish them all.
What happened here? Our gunship was shot down. We barely made it. You have a radio? We're trying to contact our ship. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Stay here, son. We'll get you out of here. Come on. Let's get to that gunship. Что это, блин, такое? Я думал, жнецы это просто насекомые. Какие тут летающие какие-то... Птеродактили или хер пойми кто, блин. Какие-то жиробасы. Или это вот эти вот. Пушками при этом. Пулеметом каким-то. Так, кто? Где еще? Чисто. Shepard, over here. I found a radio. Это я нашел радио, в смысле. Как менять оружие? Менялось. Нормади, this is Anderson. Do you read? Admiral, what's your location? By a downed gunship in the harbor. I'm activating its distress beacon. Send support. We've got wounded down here. Major! Damn it! I've lost the signal. Let's hope that beacon does its job. And fast, we've got company. You and me both. Running out of ammo. Чего больше нет? Еще? У меня нет боеприпасов. Может, так и задумано было. About time. Let's go. Shepard!
Come on! I'm not going. You saw those men back there. There's a million more like them, and they need a leader. We're in this fight together, Anderson. It's a fight we can't win. Not without help. We need every species and all their ships to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the Council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go! That's an order. I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated, Commander. You know what you have to do. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. Good luck. You too, Shepard. Все зря. What the hell's going on? Where's Anderson? Where are we going? Hey! We're leaving. Leaving? What's going on? Anderson wants us to go to the Citadel. Get help for the fight. Bullshit, he wouldn't order us to leave. We don't have a choice. Without help, this war's already over. Forget it. Drop me off someplace. Enough! Don't you think I'd rather stay and fight? We're going to the Citadel. You want out? You can catch a ride back from there. Commander! Joker, that you? Alive and kicking. Got an emergency transmission from Admiral Hackett for you. Patch it through. Shepard, sustained heavy losses. The force was overwhelming. Anderson's already ordered me to the Citadel to talk to the Council. First, I need you to find its outpost on Mars. We lose control of the system. Yes, sir. I've been researching the Frothian archives with Dr. Tassoni. We found a way to stop the Reapers. Only way to stop them. Contact soon. Hack it out. Joker, set a course for the Mars archives. Mars? Roger that. This is loco.
Why Mars? What does he think we'll find there? I don't know yet. But if it helps us win this war... Grab your gear. Приз получен. Снова за дело. Any sign of Reaper activity? Negative. Edie? The base appears to be online. It's possible the inhabitants were evacuated. We'll know soon enough. Be ready, Joker. Just in case. Roger that. Normandy out. We're almost there. Still no contact from the base, but we've got a massive storm headed our way. How long till it hits? Half hour tops. After that, we're gonna have difficulty keeping up comms with the Normandy. Understood. Вот это вот. Хотя это, может быть, сделали специально. Они там, по-моему, изменили интерфейс. То есть в оригинальной игре, может, не такой он был. Но этот интерфейс во всех трех частях такой в этой коллекции. Ну, скорее всего, это специально сделано. Так, отряд. 25 очков, ничего себе. Хотя тут, блин... Сейчас все быстро потратится. Репутация. Опа, чего? А, тут уже вот это, либо это, либо это, либо это, это, либо это. Сначала так. 23 очка еще. Осколочную еще. Выносливость еще. Все понемногу вкачаем пока что. Для начала все это... Не знаю, что я буду использовать. Все пригодится. Вот и все очки всрали. Так, что у меня еще есть, ребята? Джеймс, кто ты вообще? Почему он сразу 28 уровня? Я типа тоже. Thank you.
Кстати, вот это очень важно, если не ошибаюсь. Она же для взлома, да? Или здесь не так, как в первой части? А, нет. Ну точно. В первой части просто за меня взламывали напарники, все. А здесь ты сам взлом. Приоритет Марс, так. Кодекс, кодекс дополнения. Адмирал Стивен Хакет, Адмирал Дэвид, Мейджор Кейтон. Flight Lieutenant Jeff. Этих я знаю так. Адмирал Стивен. Кто такой Джеймс или как его там? Зачем отдельная кнопка для продолжить? Если есть просто кружочек. That's a huge storm. Looks a lot bigger in person. Pretty average for Mars, actually. I'm glad you're so optimistic. Dick. Now we've got Reapers invading Earth. The station here is offline. A little dust storm seems like the least of our worries. Fair enough. А теперь буду ходить туда искать лут. Понимаю, что цель там. Я уж теперь не угомонюсь. А вдруг тут лут лежит? Кто знает, как его, много ли его в этой игре. What's that? Опа. Что? Что скажешь? He's a Lance, Sergeant Reeves. Didn't put up a fight before he died. Something's not right here. Keep a low profile till we know what's going on. Roger that. Кто? Вы кто, блин? Мясцо разлетается. Погоди, у меня разрядился геймпад. Окей. Okay.
Кто? А, все-таки это не прошлое. Все-таки он ушел с сервера и вернулся в Альянс. Поэтому Кайден на него так поглядывает как-то с какой-то такой вот с неприязнью. Окей, это значит не прошлое, это будущее. Я реально думал, что это прошлое, потому что, блин, какого хера они с Кайденом опять в команде? Где вся моя тьма? Я чего, зря всех это оставлял в живых? Нет, ну вот, нет. Вот я опять вот так перелезть, блядь. Кидай. Понимаю. Если бы я не подорвал базу коллекционеров, то что было бы? Я остался бы в сервере? Вряд ли, да? Вряд ли игра бы настолько изменилась. Но тогда бы у сервера была, блин, какая-то невероятная технология. Так что, наверное, хорошо, что я это сделал. Как вы думаете? Пишите в комментариях. Cerberus is here? What makes you think I know what they're up to? You work for them, for God's sakes. How am I not supposed to think that? Это они работали на меня? Ну да, конечно. We joined forces to take down the collectors. That's it. There's more to it. They rebuilt you from the ground up. They give you a ship. Resources. Let me be clear. I've had no contact with Cerberus since I destroyed the Collector base. And I have no idea why they're here now, or what they want. Commander Shepard's been under constant surveillance since coming back to Earth. No way they've communicated since. Sorry, Shepard. I shouldn't have to explain myself to you, Caden. Please, trust me. I do, I'm sorry. I didn't mean... Просто как они ее в этом вот в этом квадратике не могут застрелить, пока она выбивает там решетку. Ну таким дебилом не стоит жить. Это правда.
Easy there, Lieutenant. She's with us. Shepard, thank the goddess you're alive. Liara. I was worried when the reports came in. They hit Earth hard. Yeah. It was hard to leave like that. Caden, I'm sorry. But why'd you come here? Hackett ordered us to come. Said you'd know what was going on. I do. Hallelujah. Some answers, finally. Maybe. I've discovered plans for a Prothean device. One that could wipe out the Reapers. Here on Mars? In the Prothean archives, yes. We've known about the archives for decades. Why now? Process of elimination, mixed with a little desperation. When you destroyed the Alpha Relay, you bought us some time. But then you were under investigation. I knew I had to do something. Hackett knew it too. He contacted me, asking if I would use my resources as a shadow broker to find a way to stop the Reapers. My search led me here. Hackett got me access to the archives and kept me updated on your status. I meant to come see you, but... I was under house arrest. Wasn't much I could do to help you anyway. I suppose you're right. In any case, my work paid off. The archives are full of data, an overwhelming amount. I think I found what we need. I guess I'll believe it when I see it. Where do we find this weapon? It's not a weapon, not yet. It's plans for a device, a blueprint. It's more than we had a minute ago. Это не оружие, это луч. Это рисунок оружия. Assuming Cerberus hasn't locked it down. What are they after? Yeah, they seem hell-bent on catching you. They want what I'm here for. What we're all here for. But why? The Protheans came close to defeating the Reapers. They had plans to destroy them, but ran out of time. And anything powerful enough to destroy the Reapers? Just might be something Cerberus would be interested in. So it's a race to the Archives. We've got company. Bring it on. Not this time, James. What? Get back to the shuttle. If Cerberus beats us to the archives, I need you covering the exits. But... Now. I hear them. We should take cover. Looks like they found us. Not a problem for someone with biotics. You can't hide forever. Непробиваемое стекло. You're going to need more than guns to finish them, Shepard. Что еще вы можете сделать? Can't just shoot them. Как неудобно, блин, а? Тут торчит какая-то одна головёшка. You're going to need more than guns to finish them, Shepard. В смысле, не попал? Как-то. Can't just shoot them. А, я могу вообще залезть наверх? Нет? А. Вроде бы да. Пока что все достаточно просто выглядит. They've sabotaged the elevator. There's gotta be another way up.
all of them. Good. Let's find a way up. Так что, я могу? We need to find another way up. Нет. Не могу. А, ну вот. Сюда нельзя. Куда? Нет. Понимаю. А дальше-то куда? Чего мы сюда забрались-то все, как идиоты? Что ты не можешь перепрыгнуть? Может, не сюда? Может, я тупанул? How did Cerberus get into the facility? Not sure. One minute we were getting reports of the Reaper invasion. The next, there was chaos. Didn't even realize it was Cerberus at first. Could they be working with the Reapers? Doubtful. But I suppose anything's possible. Тут ничего нет. Что у меня какое-то обучение до сих пор, блин? А, вот мы что. Дезинтегрирующий, наверное, не для этого типа врагов, ну ладно. Где у меня? Чё, оглушающий выстрел у меня нет разве? А, он слева. Раньше он был справа. We'll need access to the pedway. Controls should be nearby. Пока лута вообще никакого нет, кроме патронов. Смотри. От Кэмерона Харрисона корпорации Экзогения. Мисс Мика, спасибо за то, что предлагаете новую и вообще инновационную технологию. Мы вынуждены отклонить это предложение, как и все остальные. Наши специалисты по исключительным правам просмотрели ваши договора еще раз. Нашли их неудовлетворительными, как обычно. Короче говоря, нас это не интересует. Пожалуйста, не беспокойте нас более своими щедрыми предложениями. А, это все было с сарказмом, новую и инновационную. С наилучшими пожеланиями, Харрисон. Катана, богомол, мститель, хищник. Где? Что я делаю? А, пусто либо хищник. Стоп, погоди. Все? У меня же был какой-то пистолет в руках.
А, сюрикен вот открыт. Выйди, открытый сюрикен, а как его... Как это сделать еще раз? Как зайти в это меню? Никак? Я хотел, блин, поставить сюрикен, собственно, а у меня там был только хищник, не понял. Погоди, я не понял, а как? Я не могу зайти в это, в улучшение своей штуки? Вы поняли, о чем я. Equipment, как это называется? Обмундирование. Отстой. Ладно, это, наверное, на корабле можно будет делать. I can't seem to unlock the live feeds, but did you see that? Who's that woman in the vid? That's Dr. Eva Corey. She got here about a week ago. Any luck? Pedway's been locked out. All right. Looks like there's construction nearby. We can get out on the roof. We can find a way around from there. Great. Let's move. Я бы положил тут лут, если бы я был разработчиком. Прыгать? Там реально вниз прыгать? What the hell? Looks like the Alliance is still putting up a fight. That tram heads to the archives. Once Cerberus is across, they're at the final security checkpoint. And that's where we're headed. Стоп, нам туда, да? А тут что? А тут ничего. Causing interference. I didn't read that. James, repeat. Damn it. That storm's going to be in here very soon. Yeah, I think it's already here. Good point. Someone vented the air from this room while they were still here. Looks like they died trying to claw their way out. This is brutal, even by Cerberus standards. Саймона Ватанабе, Кэмерону Харрисону.
Кэм, что за баба копается в моих документах? Пускай проваливает. Не хочу, чтобы мою систему поломала какая-то неумеха, которой через неделю здесь уже не будет. Чужакам всегда кажется, что они во всем разбираются, но на деле им плевать на то, чем мы тут заняты. Доктор Ева, да неужели? Помнишь, чем все в прошлый раз закончилось? Саймон. В смысле, Саймон. Так. Что, аппарат с газировкой? Вряд ли. Какой-то лутик, нет. Нет. Никакого лутика. Flashlights. What's our order? There's an alliance force in here somewhere. We need to keep them away from the core. Take the next room. It's dark. In there? Want me to shut the windows? No, not unless you want to decompress this room too. I don't see anyone. Come on, there's no one alive in there. Let's get moving. Of yours? I recognize a few, but I can't say I knew them. As the only Asari here, I think perhaps I was viewed with a little suspicion. I spent most of my time researching alone, translating. And what did you discover? Bits and pieces, really. Clues. It took them centuries to conquer the Protheans. In that time, the few Prothean survivors searched desperately for a way to stop the Reapers. If my translations are correct, they found a way. But in the end, they didn't have the resources to follow through with their plan. We need to pressurize the room first. There we go. We have access to the labs. They'll take us right to the tram station. Hey, there's a recording of what happened here. Security station. Come in. We're seeing some odd activity down here. Our security protocols just kicked in. Everything's locked down. Doctor, I'll get you a report as soon as... I guess we know how Cerberus got in. I should have realized it when I met her. I was just so focused on finding a way to stop the Reapers. Stopping the Reapers is the only thing we should be focused on. It's not your fault. But what if we're wrong? What if there's no way to stop them? What if these are our last days and we spend them scurrying around trying to solve a problem we can't fix? Come on, Liara. I know. I shouldn't think that way. I don't know how you do it. You've always stayed focused, even in the worst situations. When there's so much at stake, I just think about what I'd lose if I fail. That's a terrible burden. We'll stop them, Liara. Together. Thanks, I want to believe you. Okay, doors open. We can get to the labs and tram station through there. Good. Let's move. Так. Катана. У меня ничего нет для катана, а что новое?
Мститель. Пока мало. А где этот? Или это не у меня он? А, сюрикен он здесь был. Плюс получен личный подход. Модификации нет, да? А, собственно, я больше вроде и не находил никаких модификаций. А броня? Если я поставил, то есть это доступно для всех, да, видеоулучшение? Прицел для всех доступен. А то мало ли, одному поставил, у другого снимется. Типа как аксессуары в RPG каких-нибудь играх. Так, ладно. Ну, пока у нас нет ничего, да, нет много видов всякого оружия, поэтому все только так. Я могу, то есть, себе вес уменьшить, да, наверное, убрав какое-то ненужное оружие, да? Типа, у меня есть пистолет-пулемет, есть крупнокалиберный пистолет, а в чем разница? Ладно, пусть будет так, короче. Что это? Улучшение. Надо каждому вот это вот все делать. Это же геморрой. От Амелии Хаттерсон Майку О'Салливану. Привет, болванище. Не буду спрашивать, как у тебя дела. Мне рассказывали, будто вы там на своем складе микробов кормите. Понимаю, протеанские причиндалы – страшно интересная штука, но вам все же стоит иногда отдыхать. Короче, я переправила последние твои данные в штаб на земле, и кто-то разгерметизировал блок. Сообщи охране. Сообщение оборвано.
Так, ладно, я думаю, на этом мы закончим, потому что у меня осталось немного времени. Я хотел, конечно, допройти эту миссию. Но это такая вступительная миссия, она может быть достаточно длинной при этом. Вот. Поэтому мы, пожалуй, на этом сохранимся. Продолжим, надеюсь, завтра. А там как посмотрим. Вот. В общем, вот так вот третий Mass Effect начат. Но пока сильно какой-то сильного скачка в чем-то там я не вижу по сравнению с второй частью. То есть, когда я начал вторую, по сравнению с первой частью, там сильно возросла графика, там много каких-то геймплейных вещей новых появилось. Здесь третья часть по сравнению со второй, но она и вышла там через пару лет. Ну, не то чтобы сильно отличается. По сути, тот же второй, наверное, Mass Effect. Визуально. Даже пока что... Пока я не видел там взломов и всего такого, пока это даже выглядит упрощенным, какой-то упрощенной версией. Хотя, может быть, этого просто пока еще нет, потому что это пока еще первая миссия. Вот. В общем, вот так вот. Будем посмотреть. Все, на этом на сегодня все.